Тағын бір татарының атақлы шахысы құтлаудан шекте қол алмайды. Ол бұларға тиешеді, әмәләкен өзінің құтлауын елмада тапшыра. Татарның атақлы жырсыларының бірсі Россия мен Татарстанның халық артисті Тоқай премиясы лауреаты Ринат Ибрахимов. Иқтибар экранға! С большим удовольствием поздравляю тебя с юбилеем. Хотя ты уже 30 лет на сцене, но ты все такая же юная, задорная, ищущая. Залы всегда полные, зрители ждут тебя, любят слушать в твоем исполнении песни, особенно там, где ты выступаешь еще и в роли композитора. Я с большим удовольствием также слушал эти песни. Это действительно настоящая профессиональная творческая работа. Но еще очень интересное направление в твоем творчестве – это то, что ты создала группу вокальную, женскую, под названием «Медина». Вы проделаете огромную, нужную, необходимую всем нам работу, возрождаете древнюю татарскую традицию, поете минаджат. Я желаю тебе личного счастья, бесконечного творческого поиска, молодости и задора. Это было поздравление народного.